Вот такая в Подмосковье черешня, ребят. Можно смело сажать, и будет вам счастье. Она просто обсыпная. Просто обсыпная. Это такая у нас светлая черешня. Вот прям ее очень много. И дерево большое. Вот. Смотрите, какая красота. Видите? Вот такая она крупная. Вот. И очень вкусная. Мне кажется, смотрите, сколько у нас слива будет. Ой, неправильно встала. Против солнышка. В этом году, похоже, год сливы. Там просто очень много будет. Просто вся обсыпная. Вот такая слива. Она первый год начала нам давать. Ну, посмотрим, что будет.